несколько лет. Уважаемые дорогие мои, любимые ведущие, авторы Ольга и Елена, я поиграла в вашу замечательную игру «Дочки матери». Впервые в жизни подняла тему отношения с мамой. Всегда считала, что детские травмы мои связаны с отцом, но когда я подняла тему мамы, я обнаружила такую глубину, где-то боли, где-то детской травмы, а где-то благодарности, тепла к маме. И это дало мне такой ресурс невероятный, ощущение внутреннего ребенка, дополучившего свою любовь. Я осознала на этой именно игре, благодаря вам, дорогие ведущие, насколько это важная связь с мамой, насколько важна поддержка рода, насколько важна приемлемость осознания сценария. В общем, очень благодарна, очень ресурсно, очень мощно, всепрощающая и выводящая игра на новый уровень осознанности и добра. Благодарю, очень большое вам спасибо, процветания вам и, дорогие мои любимые, пожалуйста, посетите эту игру, она того стоит. Благодарю.